Дорогие друзья, всем здравствуйте, это новый батл на моем канале, вам предыдущий выпуск очень сильно зашел, вы набрали почти, я не знаю, 20 тысяч лайков, если я не ошибаюсь, может меньше, но тем не менее это набрало очень много лайков. И сегодня у меня в гостях Арам ГХГ, привет, дружище! Что я тут делаю? Что я тут делаю? Ну, я долго думал... За то, что я тут, лайк. Вот прям очень. Сейчас жирный. Мы дойдем до лайка, ребята. Ну, я думал, кого пригласить. Я уже много с кем батлил. Никогда, по-моему, ни разу за все время я не батлил с Арамом с сундуками. Ну, то есть, я не знаю, он их никогда не открывает. Я думаю, о, это будет интересно его пригласить. Мы подобрали вот такие вот аккаунты. У нас, может, ну, не совсем равное количество сундуков, но это приблизительное. Ребята, если у вас тоже есть сундуки, вы хотите еще там, чтобы были батлы, предлагайте ютуберов, пишите моим модераторам у меня в друзьях. Артем Быков, Богдан Бандура, Евгений Симоненко. Скидывайте им скрины, обязательно возьму для батла, если у вас больше 100 сундуков. В общем, условия, может, кто не в курсе, какие условия. Мы будем открывать сейчас одновременно боксы, мы будем выбивать новых бравлеров и подсчитывать потом очки. Итак, по очкам у нас редкий бравлер — это 1 очко, у нас сверхредкий бравлер — 2 чела, потом у нас идет эпический, он 3 очка, мифический — 4 и легендарка — целых 10. Вот и все, потом подсчитаем, сколько всего очков мы выбили. Первая часть будет на моем канале, а вторая с другими уже сундуками будет на канале ГХГ. Ссылка в описании. Обязательно посмотрите мой ролик до конца, ГХГ ролик до конца, и в комментариях напишите, кто же победил. Ты готов? Да, Вань, ты просто оговорился, я тут все пытаюсь тебя перебить, это, наверное, очень смешно будет в роликах, я открываю рот, но ничего не говорю. Вы подсчитаете, ребят, не мы, потому что Вань сказал, подсчитаем. Нет, считаете вы, ребят. Вы смотрите ролик мой до конца и ГХГ, и посчитайте, сколько у кого очков. Я уже сказал, какой бравлер равно сколько поинтов, да. В общем... Озвучу, сколько у меня бойцов не открыто. Давай, я покажу тоже. У меня много не открыто, у меня шансов побольше, объективно. У меня 10. У меня 8 открыто. Слушай, ну из них тут много те, которые за трофеи. Тут Бо, Брок, Динамайк. Не, у меня 10 закрыто. Закрыто, да? Не, ну, да. Блин, ну это какие аккаунты нашлись? То есть, ребят, у нас выбор был небольшой, поэтому, чтобы было одинаковые шансы, это тяжело подобрать. Поэтому пишите, чем больше вы будете писать с вашими боксами, тем больше у нас будет шанс выровнять. Ну, типа. Сколько тебе недостаточно легендарок? Сколько нет у тебя? Трех тоже? Легендарок, да, трех. Вот в этом, то есть самое главное, если выбьем легендарки. Да ты попробуй выбить. Ну что, ты готов? Ну, короче, да, я пацаны, пошел. Смотрите, это. Давай, поехали, открываем, я дальше говорю. Проверенный способ однозначно работает. Если вы подписываетесь на канал и ставите лайк, повышается шанс на выпадение легендарки. Я сам в это не верил, но мне в комментариях пишут: Холдик, поставил лайк, подписался, выпал Олега. Поэтому обязательно подписывайтесь на наши каналы и посмотрите. А если ютубер вам поставит сердечко под вашим комментарием, тогда раз в месяц. Это целый пак вам выпадет. Конечно. Слушай, пока у меня все плохо. Так, пока мы только на... О, да, привет, Карлуша! Мне выпал Карл. Это офигеть. Сверхредкий персонаж, это 2 очка. Есть, Биби. Биби! А Биби у нас эпик, это эпик, слушай, это 3 очка, да? Уделываем холдика. Пока что, какое, да. Какое это 4? А, мифик же еще есть. Не, мифик 4, да, мифик точно, 4. Точно, точно. Уделать холдика. Мне все равно, где выигрывать холдика. В Clash Royale, в Brawl Stars, в битве с сундуком. Да хоть в футбол приеду, поиграю к нему. О, предлагайте нам, ребята, следующий ролик для батла. Что нам, где нам сделать и как забатлить. Обязательно пишите. Мы также открываем всю ленту, которая у нас есть. Неважно, что у нас там. У него мега ящики, мне там один ящик. Ну, неважно, мы всю ленту все открываем. Летит розочка ко мне. Ну, это одно. Нет, да, 1 очко. Итого то у нас сейчас... Да, наравне. Есть! Рикошет. Да ты охренел, блин. Он сверхредкий. Это 2, да? Слушай, я вот честно забыл. Давай не подсчитывать, пускай зрители подсчитают. Ребята, я первый раз в этом участвую, поэтому я не запомнил. Я знаю, что Лего 10. Да, ребят, вы сможете пересматривать ролик, перематывать, ставить на паузу. Поэтому обязательно подсчитайте и скажите итоговое. Только итоговое. Под моим роликом почитайте и под роликом ГХГ. И напишите в комментариях, кто же выиграл.
Так, у тебя сколько осталось? У меня ровно 100 маленьких. Так, у тебя 100, у меня 119. Ну, мы плюс... Оба, и летит, красавчик. Ребят, ну вы видите, это работает. Ты поставил лайк, уже смотри, роза выпала, эпик выпал, сверхредкий выпал. Обязательно подписывайся, прямо сейчас, нажми на подписку. Ты вот прям нажал на подписку, заходишь в игру, а у тебя там плюс процентик на Лего. Быстро проверяй. Этот способ проверенный Зебраилом уже давным-давно. Зебра меня чуть не кинула на фитнес-то, но потом я их поимел в итоге. Я видел этот ролик. Я думаю, какого хрена Зебраил к этому причастен, а потом понял, о чем ты говоришь. А я стрим вечером включаю, ко мне приходит и пишут, ну что ты с Зебраилом. Зебраилу под комментами потом пошли писать, я читал. Ты зачем ГХГ кинул на абонемент, блядь? Я так орал с этого. Зебра, вы, ребята, большинство Москве тут не это... в теме, это надо вам посмотреть ролик на канале ГХГ. Это сеть фитнесов, Зебра называется. Yes! А, это сверхредкий, блин, они так часто падают, что я так рад. Лего, ставь лайк, ребят, лайк Лего. Лайк Лего, ребят, однозначно, вот кто-то не поставил лайк, Семен, Андрюха, кто-то из вас не поставил лайк. Фу, а почему Семен Андруха? Что за национализм? Руслан! Оганес! Давай! Ашот! Гиви! Алишер! Кто еще? Майкл! Майкл, да, само собой. Илка, как же без тебя, дружище? Ставьте лайки, подписывайтесь, друганы! Так, я сбился со счета, ребят, это на вашей совести. Да и меня с математикой вы знаете. Есть! Тара, ага. Мифический. Да ты... Да ну, это там... Да, я вырвался вперед по-любому. Скорее всего, да, потому что 4 очка-то, это нехило. Я хочу Легу, хоть одному зрителю выбить легендарку. Блин, нужно. Если ты выбьешь легендарку, дядя, ты хайпанешь просто нереально, ты офигел, блин. Ребята, если выпадет Лего, это однозначно подписка, и плюс к везению, это... Обязательно подписывайтесь на наши каналы. Сколько? А то я что-то разогнался. У меня 74. У меня 83. Нормально. Yes! Блин, Дэрил. Это сверхредкий. Это не так много, это 2. Это фигня. Это 2 поинта. Ну или очка. Очко. Легендарка. Да, Легу, конечно, выбить это надо. Я представляю, если мы на твоем канале выбьем Легу. Есть! Что есть? Просто есть. Ты зачем, блин? Пугаешь так. А может сейчас? Тихо, сколько у тебя бокса? У меня 73. Надо... У меня 65. А, нормально. Ты не так оторвался далеко. У нас еще биг боксы. Блин, ну прикольно, пока азартненько падают бравлеры. Слушай, ну шансы упадения. Честно, я думал, что прям типа за 50 сундуков точно все откроется. Я, видимо, это вам, ребята, сразу видно, что донатер вообще не знает вашей жизни тяжелой и как вам плохо живется. Это, знаете, это как на Рублевке там живут, они никого не видят, ничего не знают, им вообще похер, как холопы за забором. А я-то знаю, я открываю ваши сундуки, не знаю, как вам трудно Легу выбить. Ты не представляешь, 500 боксов открыл, прикинь, всего лишь одна Лего выпала. Офигеть. Слушайте, не, ну, ребят, я буду честен, на своем основном аккаунте я практически все купил. Я то же самое, да, я проект скоро без доната создам и прочувствую вашу боль. Не, ну это ужас, это реально ужас, ребят. Вам терпение, с вас лайк, если ребята говорят, что это помогает, и сам холдик об этом говорит. Во-первых, наше сочувствие вам, мы реально, ну, блин, нам обидно, что вам не падает ничего, поэтому, ну, хотя бы вот зарядить нашим везением... Хотим вас. Подписывайтесь на наши каналы. Пэм. Пэм. Эпик. Да блин, камон, ты уже мифик выбил, эпик, а мне сверхредкие одни падают. Давай, я как старик Хаттабыч сейчас выдерну волосы своей бороды. А у меня нечего выдергивать. У меня тебе Лего. Пушочек. Тебе Лего. А мне Лего. Ну вот, волос, я не знаю, насколько он виден. Давай, я через камеру беру, давай мне. Я потянулся. Держи. Давай. Все, есть. Давай. Так. Что у нас тут? У меня 38, у тебя. Так, я чуть-чуть тормознул, у меня 41, я разгоняюсь. Давай. По предварительным данным, я впереди. Но одна легендарка может все изменить. Конечно, да. Это вообще страшно будет. Я боюсь представить. На твоем аккаунте же больше, бравлеров. Есть джин. Чё за бред? Камон, это мифик, дядька. Моя энергия заряжает аккаунты. Да, лайки. Блин.
Ребят, надо ставить, подписываться. Вы видите, что происходит? Офигеть. Он сам в шоке. Не, я реально в шоке, потому что попёрло. Так правда, я тоже не верю в это. Ну, ты понимаешь, где-то там они в будущем начинают подписываться, ставить лайки, и тебе прёт. Просто, и ты сам на это уже, на подсознательном уровне веришь в это. Слушай, честно, я думал, что я буду играть эмоции, но я искренне улыбаюсь, у меня и глаза улыбаются. Я думал, что за фигня ваше это открытие, но это реально весело, когда ты зрителю, подписчику выбиваешь, да. Они прут подряд, это вообще круто. Но нужна легендарка, очень нужна легендарка. Лайк, 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 лайк. Обязательно, пацаны, вот по-любому кто-то ж не поставил. Вот если все поставят, это случится. Ну и подписка. Так, у меня осталось... Сейчас еще бигбоксы попрут, бигбоксы тоже неплохо. 17 у меня маленький. Так, а что у меня по мификам? Блин, где мифики? Камон. Ну еще рикошет выпадет, скорее всего. Ну блин, я хочу мифик тоже. У меня, в принципе, Пенни это обычный же, а он сверхредкий. Мортис мифик и три легендарки. Мне еще есть куда стремиться. Да, нифига себе, блин. Нужна Лего. Так, я сейчас посмотрю, что у меня по шансу на выпадение легендарки. Так, большой ящик. Кстати, интересно, тоже хочу посмотреть. О, нифига себе. А, нет, это не сильно большой. 0,1008. Не знаю, это, наверное, не сильно большой. 0,04. А, нифига себе, у меня шанс. А у тебя повтори, я забыл. 0,1008. Прикинь. 0? А, 10? Да. 10.08. Два раза больше, чуть больше даже. Так а что это, нифига себе, это прям лютый шанс. Суперсел, вы что там? Я сейчас что ли бабло? Посмотрю, может я ему все-таки ее выбью. А ну что у нас в магазине? У него. А, $20, не, мне жалко $20. Если 5 долларов, я бы задонатил ему сейчас. А $20. Предложить, что если не выпадет пацану. Потому что моему пацану, какой у него никакой. Я открыл Брока, но он не всчитывается, он просто в этом, в пути к славе. Я просто его открыл, потому что тут ящичек. Так, чик-чирик-чик-чик, ничего с ящика не выпало. Тут у нас PowerPoint, это пускай на Брока прокачает его. Золото. Так, все, у меня закончились, остались бигбоксы. У тебя что там? Я вот сейчас заканчиваю, перехожу к пути славе. Я говорю то, что моему Никитке я еще нормально бравлер выбил, а с твоего парня что-то все плохо. Ну как плохо? Карл, Фрэнк, Пенни, Дэрил, Роза. Ну и Брока с пути к славе. Ну так. А мифики какие-то? Ну мифики, да, блин, вообще ни один вот не выпал. Но у меня еще 17 бигбоксов. Погоди, давай, открывай путь к славе. Так, подожди, да, путь к славе. Да. Голда, Бо, Дэрил, Примат, Карл, Рикошет. Нет, и билетики в кино. Все, ладно. Поехали, да. Бигбоксы. У меня 11, у тебя? У меня 17. Ну нормально, у тебя все равно сейчас уже ты лидируешь. Ну что, ребята, быстрее ставьте, чтобы я догнал его лайки. Но нужен точный счет, потому что мы с Холдиком спорили, поэтому обязательно почитай и напиши в комментариях. Да. Мы считать. Есть, Мортис, еще один мифик, охренеть. Я в ахере. Никитка, с тебя просто миллионы лайков. Да охренеть, реально тебе везет сейчас, я не шучу. Пацаны, блядь, я в шоке, но это однозначно лайк с вас, ну охренеть просто. 6 бравлеров я выбил. Что творит парень, а? 6. Мне осталось Пенни. Ты все мифики выбил? Да. Ошибись просто, ну блин. Ну это фигня, я хочу Лего. Мне тупо... Ес! А, бля, рикошет, сука. Все, тут я слил однозначно, я даже подсчитывать не буду, но вы подсчитайте. Вам надо мои подсчитать здесь и мои подсчитать на канале ГХГ. И также ГХГ на здесь и ГХГ на его канале. И... общую сумму назвать. Мне очень интересно, ребят, обязательно подсчитайте. Потом комменты подсчитаем ваши. У тебя сколько осталось? А, это 4, вот 3. Опять. Бля, да все, тут, короче, я тебя не... Если Лего, конечно, выпадет сейчас. Ну что, последний бокс, ребята. Давай, давай, быстрее, ставь лайк. Я жду. Считаю до 3, и Лего падает. Давай, 1. Подписаться тоже. 2, 3. А ну? Ага. Ну вот и все. Ты все открыл? Так, мой последний. Давай. Давай, теперь смотри. Теперь давай. Мое шаманство. Подпишись на инстаграмы наши, ссылочки внизу. Да, и тогда сейчас этого бокса точно выпадет Лего. Ну или тебе точно выпадет. Я в шоке буду. Давай, давай, давай. Армянская аура, армянская аура, армянская аура. Давай. Ну давай, мы же первое христианство приняли. Сколько его там открываешь?
Господи, нет. Не выпало, да? Ну ничего. Ребята, еще будет продолжение. Приходите. Я думаю, что мы еще Лигу вытащим. По ссылочке в описании будет ролик на канале ГХГ. Там будет продолжение. Обязательно чекайте. До конца смотрите, подсчитывайте и выбираем. Выберем победителя. Спасибо вам всем за просмотр. Надеюсь, вы наставили много лайков. Надеюсь, вы сейчас нырнете по ссылке и продолжите свой просмотр. Хорошего вам настроения, пускай вам везет, пускай вам падают леги. Ну а мы с тобой идем продолжать батлить, да? Спасибо всем за просмотр, ребят. Комментарии, лайки. Всем удачи, всем пока. Переходите по ссылочке. Все, до новых встреч.